17-й съезд Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» проходил с 28 по 30 сентября в Санкт-Петербурге. Анестезиология и реаниматология в фокусе переоперационной медицины. Таков был девиз этого значимого для профессионального сообщества мероприятия. Как отметил в своем приветственном слове президент Федерации профессор Константин Лебединский, 17-й съезд анестезиологов и реаниматологов уникален во многих отношениях. Он впервые будет проходить при участии Национальной медицинской палаты России и Всемирной федерации обществ анестезиологов. Впервые столь обширной и разнообразной будет образовательная программа в исполнении ведущих лекторов России, Европы и США. Активное участие в съезде приняли специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По впечатлениям делегатов съезда, он получился невероятно насыщенным и содержательным. А обмен опытом с представителями региональных медицинских школ и европейскими коллегами оказался чрезвычайно интенсивным.